сегодня мы провели совместно с молодежью Узбекистана и Таджикистана акцию «Георгиевская ленточка», посвященную Великой Отечественной войне. Акция прошла успешно. Мы благодарим вот коллег из Содружества Узбекистана. Вам слово. Да. Большое спасибо организации МОЗ, то, что предложили провести совместную акцию. Георгиевская ленточка. Это означает подвиг советского народа, года Великой Отечественной войны. Случайно не знаете, какой вклад внес вот таджикский и узбекский народ? Честно говоря, не знаю, я знал героя таджика узбека, но я знаю, что они большой кратность. Все таджики, узбеки и все нации. Спасибо большое, с победой. Даты начала и окончания Великой Отечественной войны. Дата начала, значит, 4 часа утра, я вам могу по часовам сказать, 4 часа утра 23 июня 41 года. Окончание Великой Отечественной войны, это было в районе часа ночи, это было 23 часа среднеевропейского времени 8 мая, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии 9 мая 1945 года, был подписан Карл Хорст в городе Берлин. Абсолютно верный и полный ответ. Спасибо большое. Все, ребята, еще раз праздник. И вас с праздником! С Днем Победы!